Интрига раскрыта. Последние недели в интернете бурно обсуждали предстоящую отставку ректора Ивановского политеха Роберта Алаяна. Ходили слухи, что его кресло займет депутат областной думы Роман Ефремов. Парламентарий отказывался это комментировать, что подогревало всеобщий интерес. Наконец, 23 апреля стало известно имя нового руководителя ИВГПУ. ВУЗ возглавил Евгений Румянцев. Доктор химических наук. Ранее он занимал пост проректора по учебной работе в химико-технологическом университете. Румянцев стал самым молодым среди всех ректоров ивановских вузов.